Всем привет, дорогие мои любимые зрители! И сегодня я отправляюсь в магазин первый раз, никогда в нем раньше не была. Находится он на Петроградской стороне, Большой проспект 88, но вход с улицы Ординарная, дом 1. И сейчас мы посмотрим, что же там есть. Вообще, это магазин женской одежды европейских брендов. И называется он Another Woman. Другая женщина. Посмотрим, что за такая другая женщина. Здравствуйте! О! Спасибо, очень приятно. О, ну все, и лампа, все есть. Да. Какая красота. Ничего себе! Дорогие друзья, я вообще первый раз в этот магазин пришла, и он сразу меня просто сбил вообще с толку. Смотрите, какая красота! Мы сейчас все это будем рассматривать. Но для начала, по русской традиции, мы хотим вас поприветствовать. Да, давайте знакомиться, девушки. Давайте вы представитесь. Александра. Ну, мы с Сашей уже познакомились по телефону, общались. Олеся, очень приятно. Какие вы красивые тут все вообще. Ой, ну что, будем осваиваться? Да, обязательно. Давайте, Вася, мы сейчас за вами будем ухаживать. Дорогие друзья, вы просто не представляете. Я попала в какой-то рай для модниц. Ну, никогда в жизни я не думала, что Another Woman, другая женщина, это какая-то другая женщина. Это я. Это я как раз вот такая вот эта самая... Энаде. И посмотрите, как меня здесь встречают. Пригласили на съемку. Мы вас давно ждали. Я не ожидала, что у вас так круто. Вообще, даже не подозревала. Боже мой, это что такое? Это вы пиццу сами сделали? Да, да. Ой, какое счастье. Боже мой, на этой самой, на чиабатте? Да. Ой. Все, девчонки, с наступающим за знакомством. Мы давно мечтали и хотели с вами познакомиться. Какая прелесть. Нам много рассказывали, но... Ну, вы ролики-то мои смотрели. Конечно. Ну, все магазины ваши знаю. Всех благ. Спасибо. Спасибо большое. Я надеюсь, мы вас не спугнули. Ой. Это наша новая бижутерия. Хочется выпить прямо за ваше здоровье. Давайте я вам задам несколько вопросов. И Лолита, она снимает потрясающая девушка Лолита, дочка Александры. Да. Вот. Всем привет. Начинающий блогер или уже не начинающий? Вы знаете, она профессионал на самом деле. Да? Я... Вот я знаю, юные, они более профессиональные. Они продвинутые. Да. Дорогие друзья, я, поскольку попала действительно первый раз в этот магазин, хочу задать несколько вопросов вам, девушки. Расскажите, какие бренды у вас представлены, что у вас вообще представлено? У нас мультибренд, то есть мы работаем с многими брендами, мы работаем с итальянскими брендами, немецкими брендами, допустим, сумки у нас Италия, обувь у нас Дания, она повышенной комфортности идет на... Как на узкую я ножку, уже увидела, так какая и на широкую ножку. Это да, она просто... сумасшедшая, но в то же время она является ортопедической. То есть, да, с ортопедической обувью. Вот. Это ручная итальянские работа. Сумки у нас, немецкая в основном одежда. Верхняя есть одежда. Верхняя одежда. Есть Литва с замечательными составами. Да, да? Шелк, и лен. Наша... Ева. Я чувствую, Ева Луна, да? Ева Луна, я да. чувствую, что нужно будет провести первый ролик экскурсию, ознакомительную, чтобы показать, что есть. И второе, вы меня понаряжаете, да? То да, есть мы снимаем примерочки. Вы только посмотрите, какая здесь бижутерия. Я вообще фанат бижутерии, и она невероятная, асимметричная. И какая это марка? Это что-то такое наклоны написано? Это что такое? Это авторская работа. Красота. Привезли это Ольга Петровна. Попали в кадр я, на вас. Я, честно говоря, когда мне показали вот эти штуки, я думала, это такие колье. Но оказывается, это серьги. Такие серьги-клипсы. Кстати, они не такие уж и тяжелые. Ну, ты будешь точно звездой. Это чисто блогерская вещь для тех, кто любит
что-то оригинальное, классное, необычное, дерзкое. В общем, для самых настоящих модниц. Марина, обратите внимание, это браслет-манжет. Вот здесь вы, да, здесь вы не останетесь равнодушной, потому что у меня рука не влезет в этот манжет. Ничего, мы цепочку расширим. Ну-ка, примерьте-ка вы манжет. Давай, Саша. У нас вами ногти одинаковые почти. Это новый пансионат, эти все. Значит, смотрите, какая роскошь. В принципе, можно надеть все просто черное, да, и вот какой-нибудь оригинальный аксессуар, и все. Девчонки, обязательно. Я там уже увидела у вас, вон там вот смотри, этот такой Сашу. Вот, Лолита, переведите пуховичок, и мое сердце просто разбито уже. Да, сердце, да. Лол. Смотри, какая красота. Девчонки, смотрите, как эффектно. Да. Не ожидала я, что у вас так круто. А вы только посмотрите, вот эти вот потрясающие. Это серьги, да? Да, сережки. Обалдеть. Лолита, вы можете свою ручку вот сюда вот как-то придвинуть, чтобы мы вот увидели вот эту вот прекрасную зимнюю картину? Вот, это должно все быть в сочетании. Слушайте, я вот их хочу. Обалдеть. Девочки, как пирсенек. Слушайте, ну я же просто вообще не заслу. Сорока-ворона. Ой, вы знаете, я просто, боже мой, я правда не ожидала, что у вас так круто. Ой-ой-ой-ой-ой, слушайте. Ну мы тут с вами вообще погрязнем сейчас, а это что такое, прямо какое-то Версаче, очень красивые тоже стильные длинные праздничные серьги, хотя сейчас в таких можно ходить, ой, изысканные, вот это просто как пирит, горный хрусталь. Необыкновенно красивые украшения. Это все авторские, вы говорите, да? Да, я предлагаю вам пойти примеряться, а то мы застряли в украшениях. Нет, я просто сейчас, ну что, мы запишем больше роликов. Необыкновенные просто. Марина, смотрите, как красиво. И вот эти с цветочками. Ну, это просто классика. Это, я не знаю, это такая тихая, роскошная. Ой, а я люблю, чтобы такая не тихая роскошь, а просто красота неземная. Бомбическая роскошь. Да, бомбическая роскошь. И вот оно, наше красивущее переплетение. Ну-ка, примерьте-ка кто-нибудь. Я уже вижу у Олеси такие роскошные серьги. Какие вы тут красотки работаете. Саша, Олеся, просто вообще глаз не оторвать. Девушки. Ну, это, конечно, должно быть на девушке более изящных форм. Не шеи. А где вы увидели, что у вас формы недостаточно изящные? Ну, просто вырез другой должен быть. Да, с другой стороны, на ткани, когда, то просто комфортнее носить такое немаленькое украшение. Ну да, если такое декольте. Вау, слушайте, нет, ну это где моя шампанское? Праздник продолжается. Или вот то было? Нет, это клетка. Ваша с помадой. Да. Вот оно, Мариночка, ваша. А, вот это было у меня? Да, видите, у меня губная помада. Я не знаю, как... У меня всегда губная помада. Да. За здоровье! Всех, кто здесь работает, кто собрал такую невероятную коллекцию украшений, одежды, мы сейчас будем снимать экскурсию. Я уже, вот у меня прямо рот до ушей. Да, хотя я ехала по такой вот этой погоде в пробках. Но когда я сюда попала, все, я во мне загорелся огонь вот этой модницы, шопоголички, которой вот надо все тут увидеть, посмотреть, потрогать, примерить. Поехали. Ну что, девушки, начинаем нашу экскурсию. Вот этот пуховик, он меня просто сразил наповал. Но тут я еще Маленько, у вас ажиотаж. Пуховик там такой вот стеганый и необыкновенный какой-то шарф. Это один черно-белый? Да, это лака лока, Марин. Это шарф черно-белый. Он очень эффектный, он действительно потрясающий.
Слушайте, это я правильно прослушала? Лабака Лока, это сумасшедшая корова по-испански. Это греческий бренд. Греческий бренд. Мы им занимаемся не так давно, где-то около 2 лет. Вот эта славная женщина, пластмассовая, сейчас продемонстрирует вам. А вот это теперь не пластмассовая, это теперь настоящая. Слушайте, это можно надеть просто обычный банальный черный пуховичок, повесить на него вот такой эксклюзивный шарф. Это пуховик ADD. Как это мне нравится. Роскошь. А почему вы мне сказали, что он не будет велик, так если мы он... Сейчас попробуем. Я давайте обязательно теперь... хочу Марина, примерить этот пуховик. Девушка вот с этими сережками, этот пуховик будет просто космос. Марина. Я думаю, что этот пуховик будет космос вообще абсолютно совсем. А мне нравится вот изысканное платье, сетка, да? Это Art Point. Угу. Это последняя коллекция Art Point. Очень эффектная модель. За счет того, что она максимально подчеркивает грудь, отрезная под грудью. И смотрите, девочки, это будет хорошо абсолютно с любой фигурой, по той простой причине, что здесь, если у вас бедра, это все будет обтекаемо. То есть любые бедра поместятся, да. А сеточка вот эта, она придает легкости, да, и открытых даже плечиков. Хорошо, пожалуйста, если нужна мне помощь, обращайтесь. А я его померю в отдельном видео с моими примерками. Я хочу экскурсию, чтобы мы получили представление. Я и сама хочу получить представление, да. Ой, розовая. Это что? Это шубка дубленная. Это мусорнее, да. Это шубка мутоновая. Да, да. Но это натуральный мутон, да? Натуральный. О, какая красота! А подальше отойдите, Саш. Боже мой, боже мой. Нет, не снимайте. Двусторонняя. Подождите, девушки, вы меня тут все сейчас до уморочного состояния доведете. Это дубленка, да? Так, и синяя такая же. А вы встаньте рядом, чтобы вы мне как-то это попали. Боже, какие красотки в таких красивых шубках. Слушайте, ну-ка, покрутитесь-ка в них, покрутитесь. Боже мой. И... Слушайте, ну я даже не знаю, на какую сторону лучше. Вам вообще вот на какую нравится больше? Ну, наверное, здесь любой каприз. Все-таки на мех. На шубку, да? Ну смотрите, я согласна. Это еще важно в влажную погоду, когда идет функционал. Снег и дождь, да, тогда ее лучше помечь. Чтобы все стекало, скатывалось, да. Я вообще заметила, знаете что, что вот такие вещи, они, как это сказать, они... носятся обычно на одну сторону. То есть вот покупаешь в расчете носить, а потом привязываешься к какой-нибудь одной. Кто-то к дубленке. Скорее всего, все-таки к меху. Ну, я бы, наверное, тоже к меху. Да, в химчистку, а потом к дубленке. А вы знаете, вот носят наши многие клиенты. И недавно заходила клиентка, она не чистила ни разу светлую дубленку. И что, носит на ту и на другую сторону? Нет, она носит на мех, но она ее не чистила. Она говорит, что как бы не пачкает. Ну, в принципе, такая вещь, она должна быть не первой в гардеробе. Прошу прощения, что перебиваю. Есть очень красивый зеленый вариант. Смотрите, она вот здесь вот на магнитике. Сейчас магнитик, давайте-ка. Да. Где он? Я не поняла, как он. А вот здесь потайной магнитик, видите? Ну и как она? Ух ты, сама. И вот здесь такие высокие разрезы, очень удобно куда-то в машину забираться. Здесь отвороты. Ой, а покрутитесь, пожалуйста, Олеся. Боже мой. Смотрите, и она носится еще на меховую сторону. А меховая это какая красивая. Она как такой, знаете, благородный зеленый бархат. Дайте-ка я вблизи все это сниму. Дайте я розовую вблизи сниму. Вот так все потрогаю. Как это шуршит. Она у нас есть еще. Я вот, вы сейчас смотрите. Слушайте, ничего себе у вас сколько всего. Тут прямо... Обратите внимание. А это тоже такая двухсторонняя дубленка? Вы видите, немножко оттенок другой, Марин. А, оттенок другой, и как будто даже фактура немного, вот это более шелковистое, более матовое. Здесь отполировано, а здесь более такой хулиганистый. А шарфик это тоже у вас тут? Шарфик можно приобрести, да. Слушайте, ну вы даете. А какие у вас размерчики?
Размерчики абсолютно любые. До 54-го. До 54-го? Даже иногда бывает и 56-й можем. Боже мой. Это что, пошла уже новогодняя группа? Это новогодняя группа и примерчик. Слушайте, ничего себе, вот это шоу, вот это, я в вас, вопрос, мама дорогая, подождите, я, девочки, я запуталась, а я, наверное, вот в это платье даже влезу, какое оно обалденное, ой, а может вы сейчас примерите, бьются вообще. Вопрос, во-первых, вы спрашивали, какие да. у вас размеры. Вот смотрите, это пальто Оска, оно подойдет до 60-го. Ой, а вот сюда вот, Саш, вот сюда вот выйдите, я как-то вас сниму. Так, ну, давайте-ка его рассмотрим. Давайте. Значит, оно... Это 100% шерсть. 100% шерсть. Ой. Ну, туда любые руки влезут. Абсолютно. Вообще. Абсолютно. А и грудь большая. А вы позволите, я на вас его примерю? Я обязательно его примерю. Хорошо. В следующей серии будут мои примерки, и я чувствую, что я отсюда уйду. С полными пакетами. Да. Подождите, давайте еще раз. Я ткань как-то да. его не рассмотрела. Значит, стопроцентная шерсть. Да, благородная. Это изнанка, да? Оно без подкладки. А, ну то есть можно вниз надеть небольшой пуховичок, да? Небольшой пуховичок. Тонкий пуховик. Накинуть да, это пальто. Пуховый. А горло у него какое тут? А вот, смотрите, смотрите. Сейчас его только что уже Саша мерила, и я поняла, что оно на меня идеально сядет. Просто вообще. Пройма. Здесь все, можно... как я люблю. Оно Боже очень, оно мой. Очень крутое. Здесь можно поиграть. Супер крутое. Ой. Почему я раньше к вам не приходила? Я не знаю, как его Я вообще не знала, что вы такие крутые. Я просто очарована. Влюблена в вас а? Прямо с первого взгляда. Боже мой. Ну я сегодня же не засну. Мы находимся сейчас с вами, куда к нам пришла в гости Марина, на Большом 88. Это метро Петроградская. Мы находимся в Санкт-Петербурге. И это ваш флагманский магазин. Это наш флагманский магазин, да. Еще у нашей фирмы есть еще два магазина. Один на Байконурской, 14. Это большой магазин, торговый комплекс «Континент». И еще у нас есть магазин «Настайчик». А там тоже континент. Да, да. Девушки, мы хотим вам сделать подарок от Марины, от нашего руководства. Промокод минус 15%. Ура! Да, то есть вы даете промокод моим зрителям? Да, да. У вас у всех будет возможность, уникальная возможность, потому что скидки у нас бывают не так и часто. У вас будет... приобрести да, возможность европейские приобрести, бренды. Да, все бренды, Майору, Оска, Рунхольц, что мы еще, Гриза, Шпортайн, да, наша любимая всеми Ева Луна, Аблина. То есть на все у нас промокод минус 15. Да, минус 15. Значит, здорово, и спасибо. Да, значит, что еще сказать, девушки, мы будем работать с 3 числа. Всех гостей города, которые с 3 января, всех гостей города, которые будут у нас, мы ждем. Марина, мы очень рады знакомству и приветствуем всех ваших подписчиков. А еще, знаете, что нужно сказать? Что у вас есть одежда для девочек плюс сайз. Девочки больших размеров. Девочек, да, да. Всех, да, да, да. Ну, для всех девочек это да. есть везде. И у вас тоже, конечно же, да, ну, вот девочки нас... плюс сайз, да. они самые благодарные, когда на них есть что-то модное, да. красивое. У нас очень много красивой, стильной, современной, концептуальной одежды, которая... Обуви, да, сумок. Украшений. Украшений, да. Любой каприз. Ну все, я теперь открыла Клондайк. Да, мы ждем. Смотрите, здесь есть такие необычные шапки. С одной стороны трикотаж, да? Что это такое? Эту шапку лучше показывать непосредственно на модели. Можно попросить к зеркалу, мы сейчас с вами разберем эту шапку. Давайте. Значит, смотрите, это Artpoint. Шапка может носиться... Следующим образом. Какая необычная шапка, боже мой. Да, шапка действительно необычная, очень стильная. Я вот никогда не видела у вас такие вещи оригинальные. Да, и к этой шапке есть супер-пупер митинги.
удлиненные. Да, они будут очень эффектно смотреться. А, они просто вот на большой пальчик? Да, на большой пальчик, ну, митинги, да. И вот так. Да, очень эффектные, очень классные. То есть в комплекте это будет очень хорошо смотреться. Здорово. Но мы ваш телефончик-то тоже оставим, конечно, да, чтобы вам, конечно, звонили, да. Потому что у вас сайта нет как такового. Нет, сайт у нас есть, мы вам все расскажем. А что вы не сказали, это полезная информация. У нас есть телеграм-канал, у нас есть любой способ с нами связаться. Плюс мы оставляем еще телефон магазина. Вы в любое время, ну как любое, с 10 до 9 вечера, вы можете нам позвонить, и мы ответим на любой интересующий вас вопрос. Если мы делаем все замеры, то есть если вам что-то понравилось, мы с легкостью сделаем любой замер. Мы можем померить на себе, потому что у нас с Сашей разный рост и разные фигуры, да, и мы, в общем-то, готовы предоставить любую информацию. Товар после оплаты мы отправляем в ДЭК. Буквально на следующий день стараемся это делать, чтобы не было никаких... То есть жителям других городов, да, вы тоже можете быстро. У нас рядом, мы бежим. Да, у нас очень много девочек, которые любят покупать через СДЭК, и поэтому это вообще не проблема. И подбираем... Молодцы! Подбираем Молодцы! 100%. Да.